Девчата, всем привет! Сегодня хочу провести небольшой обзор вот такой вот крутой новинки от компании Reflame. Это гидрофильное масло для очищения лица. Изначально это масло было придумано для того, чтобы снимать все виды макияжа, в том числе и водостойки, при этом, чтобы масло не агрессивно воздействовало на нашу кожу, питало и увлажняло ее. Итак, вскрываем тюбик, коробочку фирменную, точнее. И здесь у нас вот такой вот тюбик, очень такой эстетически приятный флакончик. 150 мл. Это масло, здесь у нас такая классическая закрывашка, мы ее поворачиваем в сторону open, и одной порции масла, до одного нажатия достаточно для того, чтобы полностью очистить все лицо от любого, еще раз повторюсь, вида макияжа, в том числе и водостойкого. Итак, нажимаем, и массажными движениями мы втираем масло в кожу лица, массажными движениями, понюхаю аромат. Масло практически ничем не пахнет, то есть для тех привередливых дам, которым не угодишь с ароматом, точно подойдет, потому что масло имеет абсолютно нейтральный запах. Итак, мы растираем, и дальше что мы делаем? То есть представьте, да, что у нас кожа вся в макияже, возможно, даже очень стойко. Мы просто делаем массаж лица вот с таким маслом, и далее мы берем теплую водичку и добавляем воду. Гидрофильное масло, то есть знаем, да, что гидро – это вода, при контакте с водой, оно, как бы вам так сказать, превращается в умывающую пенку, что ли, я даже не знаю, в какую-то такую белую эмульсию. Причем изначально, если я масло наносила, оно имело жирную консистенцию, ну такого, чисто масла, то при контакте с водой консистенция становится абсолютно нежирной. То есть абсолютно. Для меня это прям чудо какое-то химическое. Я вам сейчас покажу, сейчас я возьму полотенчик, вытру руку полотенчиком.